смотреть. Давайте YouTube включим. Хочу повтор финального сражения глянуть, а то здесь что-то решили нам его не показывать, эту битву. Вот, ну, с этого повтора мы потом туда попадем. С этого повтора. Вот, смотрите, появляется Нашор. Все четенько. Нашор баф. Они почему-то его сразу стартуют, хотя ловушки Кейтлин даже не расставили нормально. Таргамас, великий саппорт, не успел подойти. Их уже окружили. Нашора надо бы бросать, но они его не бросают, а решают здесь дуэлиться. Пошла очень плохая ульта Ренаты. Почему она не задела всю команду, я не понимаю. Почему он так кинул ее? Затильтовал. Но Таргамас зазонил Марвина. Но здесь остальные подходят. Особенно Супа подходит. Супа сразу по двум игрокам работает. И здесь Альвара классно отфлешился и стянул их в стан. Смотрите, бах. Сразу считайте смерть. Ника хочет сделать килл, но Ксин откидывает ее красиво. Ника дает ульту в жопу мира. А Кали там находит апсет и впрыгивает, но тут же умирает. А Кабачарта все же Супа добивает вместе с Нашором. И сейчас... это просто крит вот так вот залетел. И он делает рывок и тут же умирает от второго крита. Да, прикольно. А после этого он переключается уже на это. Он, у него идеальное еще оружие. Ну ладно, не идеальное. Идеальные были бы белый плюс красный. У него красный плюс синий. Тоже идеально. Да, ну что-то там как-то какие-то бешеные дэмэджи. А сейчас у него правильное оружие стало. Да. Ну, типа, даже если бы Таргамас там рядом стоял, это ничего. Просто, а давайте последим, что делает Кейтлин, ребят. Давайте вот Кейтлина де Керри. Кейтлина де Керри в этом патче. Смотрите, бах! И убила Марвина. Ура! Смотрим следующую ее автоатаку. Ставит ловушку. Автоатака. Сняла щиточек. Щиточек. Даже не до конца сняла, ребят. Вторая автоатака. Щиточек не сняла. Еще до автоатаки щиточек не сняла. И уже умерла, блять, Адекерри. Адекерри, который играет в криты. Вот это я понимаю сейчас патч, ребят. Если что, это Кейтлин, а это Офелий. В прошлых патчах это примерно равные в лейтгейме АДшники. Чуть-чуть слабее была Кейтлин. Ну, потому что у Офелия АОЕ урон, у нее точечный урон. Но она критовала по 1600. Адекерри, блять. Она и по Нашору даже 100 урона наносила. Да она и Акалита убила с трех автоатак только. Пиу, 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 пиу. Где у меня дэмэдж просто? Чувак такой, где у меня дэмэдж? Что это за чемпион? Почему я такой useless? Да. Ну, кто-то скажет, там, Рената молодец. Я это не отрицаю. Рената молодец. Классно сыграла Рената, это тимфайт. А у них типа Аша, но даже при таких условиях, ну хотя бы половину здоровья она должна была снять, ребят. Вот у нее 4 предмета, здесь тоже 4 предмета. Ну у нее 4,5, у нее 4 просто. Ну как бы, да. Кейтлин де Керри, ребят.